Всем привет! Итак, максимальное количество экипажа в порту. Данный видеогайд записывается на то время, пока это дело не пофиксили, и надеюсь, что скоро не пофиксят. Надеюсь, что разработчик не увидит этот видеогайд. Итак, что это значит? Давайте посмотрим. Смотрим, у нас есть раздел экипаж. В порту 447 из 300. Теперь... Для того, чтобы нам переместить в порт, вот, у нас уже максимум, он не даст переместить. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот он сейчас на корабле 24. Мы пытаемся переместить в порт. Переместить в порту можно сохранить суммарно максимум 300 экипажа, видите, да? Вот, отпустить 24 человека. Нет, ребят. Что мы делаем? Смотрим, у нас 447 из 300. На корабле у нас 24. Что мы делаем? Мы делаем, нажимаем кнопочку «Высадить всех». Поехали. На корабле у нас 0. Тут у нас 471 из 300. И они сохраняются. Теперь закинем это дело обратно. Переместить. На борт. Переместить. Опять 447 из 300. И на борту у нас все отлично. Вот. Не удаляйте их, пока есть возможность вот это вот. Ну, это не доработка, это не баг, это просто недоработка. Пока есть эта возможность, пользуйтесь. Пользуйтесь просто кнопочкой «Высадить всех». Ну, ребят, на этом все. Всем спасибо. Всем пока.